Приветствую вас. Я думаю, Ирина, что вам совершенно точно стоит подумать на предмет организации своей семейной жизни. Вот, совершенно точно вам имеет смысл подумать на предмет того, чтобы несколько и как-то по-другому организовать свою жизнь семейную, потому что на данный момент, ну, совершенно очевидно, что вам очень тяжело, совершенно очевидно, что вы как-то вот так достаточно болезненно реагируете на эти вещи, которые, ну, которые с вами происходят, да? Вот. И по факту это, собственно, очень негативно влияет на, ну, на вашего ребенка, да, на вас. Вот. И на мой взгляд, что-то вы делаете не так. На мой взгляд, что-то вы делаете не так. Вот, на мой взгляд, как-то вы, ну, поступаете не совсем верно по отношению к себе. Вот, и, соответственно, ну, вам достаточно тяжело. Вот. Причины могут быть разные. Вы можете как-то неверно, ну, неверно воспринимать своего ребенка, неверно воспринимать своего мужа. Вот, то есть, ну, тут множество может быть вариантов на самом деле. Вот. Поэтому я думаю, что идеально было бы, если бы вы ну, обратились к психологу, наверное. Вот. Да. Того, чтобы решить ваши проблемы. Вот. Я думаю. Ну, я так вот, я так думаю, да? Вот, что для вас это было бы хорошо, потому что совершенно очевидно, что-то вас постоянно держит в стрессе, вот, что-то вас постоянно напрягает, вот, и, соответственно, это вот дает такой негатив, вот, это то, что я могу вам сказать, исходя из вот тех аспектов, да, которые вы, ну, дали, да, исходя из тех аспектов, которые вы, собственно, предлагаете. Вот, но опять же, нюанс какой здесь? Нюанс в том, что вы описываете свое определенное состояние, вот. Но не совсем понятно, как оно
пылью, да? Вот. Не совсем понятно, как оно появилось, не совсем понятно, как оно образовалось. Вот. И, соответственно, с этим нужно работать, чтобы разобраться с тем, что вот ну, с вами и почему это с вами произошло или происходит. Вот. Вот примерно так, примерно такой ответ я мог бы вам дать. Значит, в ответ на то, что вы пишете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи.